Как вы помните, мы говорим о развлечении духов. And we're looking at different areas concerning discernment. И рассматриваем разные сферы, касающиеся развлечения духов. Some of the material may seem a little off base. Некоторый материал может быть покажется не совсем связанным с тем. But you have to remember it's a whole packet that I'm trying to give you Но here. Но вы должны помнить, что это целый пакет или целый набор, который нужно рассматривать. That we have as broad a picture of what you need to understand about discernment. Я хочу, чтобы мы имели более широкую картину того, что означает развлечение духов. As I said in the beginning, also we'll talk a little bit about discernment in the prophetic. Как я говорил, мы также будем касаться темы развлечения духов в пророческом служении. Because this is an extremely important area. Потому что это очень важная тема. And I will be talking specifically about the prophetic a little bit later in the week. И в течение на этой неделе я еще поговорю конкретно о пророчествах. We probably won't have enough time to get there tonight. Может быть, сегодня у нас не хватит времени на данную тему. So we ended yesterday looking at Jeremiah chapter 23. Вчера мы остановились на рассмотрении 23 главы книги пророка Иеремии. Verses 16 to 22. С 16 по 22 стих. Where God says to Jeremiah, где Господь говорит Иеремии, that he should not listen to the words that the prophets are prophesying to him. Что он не должен слушать слов пророков, которые пророчествовали. And he says, they are making you act foolishly. И написано, один из переводов говорит, что эти пророки заставляют действовать вас глупо. Telling you the visions from their own minds and not from the mouth of Adonai. И говорят видения, которые происходят от них самих, а не от Адоная. Now the reason I give you this text is not to tell you don't listen to prophecy. Я даю вам этот текст не для того, чтобы сказать, что не слушайте пророков или пророчества. But what I do want you to understand is that you begin to discern about the prophetic. Точнее, чтобы вы начали различать пророчество. Scripture is very clear that there will be false prophets. Писание четко говорит, что будут лжепророки. People who tell you things which are imaginations of their own minds. Люди могут говорить, делиться своим воображением, and то, что им приходит на ум. You, и поэтому мы нуждаемся в Духе, который в нас, чтобы судить, really что от Бога, making, а что от человека, или от дьявола. All of these things we can find in Scripture. Все эти вещи мы можем найти в Писании. I shared some of them with you even yesterday. Даже вчера я делился некоторыми вещами с вами. That, for instance, we won't go back there. But you need to understand. Вам стоит понимать вот что. That the prophetic ministry within the congregation. Пророческое служение в общине. Is very important. Оно очень важно. But. Но. You need to discern. Нужно различать. And this is a big problem today. И это сегодня большая проблема. In many places there is no discernment anymore. Во многих местах больше нет уже различения духов или применения этого дара. I compared it to a little baby. You put the baby on the floor. Вчера я сравнивал это с маленьким ребенком, когда мы ставим ребенка на пол. Он начинает ползать вокруг. And anything it finds, it puts in its mouth. И все, что находит вокруг, кладет в рот. It cannot discern what is good, what it can eat, what it cannot eat, что съедобно, что what is a toy, what is not. Что игрушка, что нет. It has not yet that ability. У него нет еще этой способности. So he puts everything in his mouth. Поэтому он ставит все в рот. And if it tastes good, если это вкусно, he'll probably swallow it. То он может это проглотить. Some of us некоторые из нас do the same with prophecy. Делают то же самое с пророчествами. We hear a prophetic word. Мы слышим пророческое слово. So wonderful, so nice. Оно звучит I really таким want прекрасным, that. Таким хорошим, и мы хотим этого.
But you really have to learn to discern if this is something God is saying. Но нужно научиться различать, действительно ли это говорит Господь. Or is it someone who just wants to straddle you like a pussycat? Или это кто-то хочет вас погладить как котенка? Okay. My experience is a long one. My experience is a long one. Мой опыт довольно длинный. And I've seen many things. И я видел много вещей. I've seen the true. Я видел истину. And I've seen the false. И видел ложь. And it's helped me to determine, to discern. И это помогло, помогает мне различать. In verse 18, 18 стих. He says, "But which of them has been present at the council of Adonai to see and hear his word? Who has paid attention to his word enough to hear it?" Кто стоял в совете Господнем и видел и слышал слово его? Кто внимал слово его и уразумел его? I can tell you this: there's a great longing in God's heart that we would step into His council chamber. Я вам скажу, что в Божьем сердце есть огромное ожидание того, чтобы мы вошли в совет Его. He's opened the door so that we can go in. Он открыл нам дверь, чтобы мы могли войти. And we can talk with Him. И мы можем говорить с Ним. And we can listen, which is much more important. И мы можем слушать, что еще важнее. So that we hear His voice. Чтобы слышать Его голос. He says here to see and to hear His word. Здесь написано, чтобы видеть и слышать Его слово. Это должно быть желанием ваших сердец. Это должно быть то, чего вы жаждете больше всего. Not that you get a lot of knowledge. Не так, чтобы просто получить много знаний. Знание это хорошо. And with your knowledge, мы нуждаемся в знании. Proverbs says, get wisdom. Но вместе с знанием мы должны приобретать мудрость. Потому что знание само по себе без мудрости. Это просто как бомба замедленного действия. One day it will go off. Однажды она просто взорвется. Because you need wisdom to handle knowledge. Поэтому мы нуждаемся в мудрости, чтобы распоряжаться знанием. You step into the counsel of God, и когда вы входите в завет с Богом, в совет Божий. Words of wisdom and knowledge. Он дает вам слова мудрости и знания. But you need to learn to listen. Но нужно научиться слушать. I'm not sure it wasn't last time I was here. I think it was the time before when I talked about prayer, the prayer of a leadership. Last time. Was it last time? Yes. Oh, I must be getting old. My memory is getting so bad. Прошлый раз я говорил, я учил теме молитвенная жизнь лидера. Yeah, prayer life of a leader. I talked about listening prayer. И я говорил о молитве слушания. When you go into the counsel of God, it's not so important what you say. Когда вы входите в совет Божий, не так важно, что вы говорите. You should enter into the counsel of God with the attitude, I am here to hear. Вы должны входить в совет Божий с таким отношением, что я пришел сюда послушать, что ты скажешь, Господь. And if the prophets do this, если пророки делают это, they will hear the greatest wisdom that there ever was told. Они будут иметь великую мудрость, and they will которую be Господь able дает. To communicate that to you, to us, to me, to whoever needs to hear it. They will be able to communicate that to us, to me, to you, and to anyone who needs to hear it. Всякому, кто нуждается в том, чтобы слышать это, мне, вам и всем остальным. The job of a prophet. И потому что задача пророка is to hear the word of God. Слышать слово Божье. And to communicate that и доносить его to his people. Своим людям. It's not to use their own imagination. Их задача не является включать свое собственное воображение. It's very clear in this word here. It says to see and to hear His word. Здесь четко написано, чтобы слышать и видеть Его слово. And then it says, who has paid attention to His word enough to hear it?
verse are you reading? 18. Ибо кто стоял в совете Господнем и видел и слышал слово его, кто внимал слову ему и разумел его? Вы понимаете, что есть разные виды слушания или слышания? There's the way a man listens to his wife. Есть, например, вид слушания, когда муж слушает свою жену. And he has very often selective hearing. И очень часто у него избирательное слушание. I know. Я знаю сам. I'm guilty. Я виновен в этом. Okay, but we all do that. Но мы все так делаем. Yeah, we all selectively hear. We hear what we want to hear. Мы часто избирательно слушаем. Мы выбираем слушать то, что нам нравится. You only have to do that little exercise where you tell a sentence to someone at the beginning of a row and you let it go around the row and you hear what happens, what comes out at the end. Можете проделать упражнение, стать в круг с другими людьми и сказать, кто-то скажет первые предложения, и чтобы другие пересказали, и увидите, что будет в конце. Yeah. Very often, very different from what started in the beginning. Очень часто оно отличается от того, что было изначально. Because each one has selectively heard different things and then passed that on what he thought. Потому что каждый избирательно слушает то, слышит то, что он хочет, when и потом you передает come это. Into the presence of God, когда мы приходим в присутствие Божие, you have to pay attention, you have to be attentive. Нам нужно быть внимательными. Listen carefully. Слушать внимательно. To what he wants to tell you. То, что он хочет сказать вам. And exercise yourself to remember. Нужно практиковаться в том, чтобы помнить. The word for hear in Hebrew is shema. Здесь слово стоит на иврите шама. Okay. Shema doesn't only mean that you've heard something. Шама это не только то, что мы услышали. It actually means to hear and to obey. Это значит слушать, слышать и слушаться. To hear and to do. Слышать и делать. So in the Hebrew context, it means when you hear something, it involves that you should be taking some form of action. То есть в контексте иврита это означает, что мы что-то слышим и мы прилагаем усилия для того, чтобы сделать это. It's not a passive hearing. Это не пассивное слушание. Like the husband who sits in his chair in как, the evening. Как когда муж сидит в своём кресле вечером, а жена ему говорит. All the things about her day. Делится разными вещами о своём дне. And he may be reading his paper and every now and again he will go. Mm-hmm. А он читает газету и на каждый раз отвечает. But he hasn't heard a word. Но он не слышал ни одного слова. We, as we enter in to the counsel of God, когда мы входим в совет с Богом, need to hear His word and obey. Мы должны слышать Его слово и слушаться Его. He says in verse 20, in the Ахрит Хамаим, you will understand everything. В будущем вы это постигнете разумом. What is the Ахрит Хамаим? Future. The last days. Last days. В оригинале написано «Агарит Хаямим». Это значит «в последние дни вы постигнете это». This is even a prophetic text within a prophetic text. То есть это пророческий текст внутри пророческого текста. God is saying, in fact, in the last days, the prophetic should become more and more accurate and pronounced. То есть, другими словами, здесь имеется в виду, что пророчество в будущем станет все более, должно стать все более и более точным. And that's what we are kind of entering into right now. И вот к чему мы сейчас, во что мы сейчас входим. Мы входим в период последних дней. And we should be seeing the prophetic become more and more detailed, accurate. И мы должны видеть, как пророчество становится более детальными, точными. But unfortunately, that's not what we're seeing. Но, к сожалению, пока этого не видно. Because just as he says here, they are speaking their own thoughts. Потому что, как здесь написано, они говорят свои собственные мысли. Verse 21, I did not send these prophets, yet they ran.
I did not speak to them, yet they prophesied. 21 стих. Не посылал я пророков этих, а они побежали сами. Не говорил я им, а они пророчествовали. If, verse 22, if they had been present at my counsel, they should let my people hear my words and turn them from the evil way and their evil actions. 22 стих. Если стояли они в совете моем, то пусть возгласят народу моему слова мои и отвратят его от злого пути их и от злых деяний их. Most of the prophetic we hear today is very encouraging. Большая часть пророчеств, которые мы слышим сегодня, очень ободряющие, очень наполненная любовью. Very trying to uplift us. Которые пытаются приподнять нас. And that there's nothing wrong with that, okay? И в этом нет ничего плохого. But Но. The prophetic should always also be corrective and confrontational. Пророчества также должны корректировать и обличать. When there are things that are wrong, когда есть вещи неправильные, it's the prophet who should be pointing them out. То пророк в первую очередь призван к тому, чтобы показывать на эти вещи. But some who exercise the prophetic ministry today. Но сегодня те, кто практикует пророческий дар сегодня, are afraid to do that, боятся делать это, because it will make them unpopular. Потому что это сделает их непопулярными. People don't like to be told that they're walking on the wrong path. Людям не нравится, когда им говорят, что они идут по неправильному пути. And they need to repent. И что им нужно покаяться. And turn back to God. И обратиться к Богу. This is part of the discernment process. Это часть процесса различения духов. That we can discern what is good and what is not good. Мы могли различать, что хорошо, а что нет. And be very clear about it. И чтобы мы четко понимали это. Okay, let's move on. Давайте дальше идти. In the New Covenant Scripture, в Писаниях Нового Завета, we see the gift of discernment operating in many different situations. Мы видим, как дар различения духов действует в разных ситуациях. And this is what we need to do when we're trying to discover what something is really about. И вот что нам нужно делать, чтобы понять, что стоит за той или иной вещью. In our case now we're looking at discernment, so we should actually go through the whole of the scriptures and look what scripture says about discernment. Если мы сейчас говорим о различении духов, мы должны рассмотреть все места Писания, которые говорят о различении. And if we do that, если мы сделаем we will then discover the full picture, тогда мы увидим полную картину and be able to understand what it means to be discerning. И сможем понять, что значит различать духов. How it operates. Как этот дар действует. What you should do. Что нужно делать. When you understand it, when you experience it yourself. Когда мы понимаем это, когда мы это переживаем сами. In Acts chapter 5. Деяния 5 глава. We have the story of Ananias and Sapphira. История о Анании и Сапфире. We all know this story very well, so we don't need to read it. Мы хорошо знаем историю, не обязательно нам её сейчас читать. Peter discerns. Пётр он различил. Okay, Ananias walks into the room. Анания вошёл в комнату. With his bag of money. С сумкой с деньгами. And he puts it on the table. Поставил их на стол. And Peter says, "Is that all of it?" И Петр спросил, это все? And Ananias says, yes. И Ханания сказал, да. At that moment, before Peter even said that, Peter had discerned that there was a lie coming. Прежде еще, чем Петр сказал это, он различил, что за всем этим событием стоит ложь. And Peter says, you have not lied to man, you have lied to God. И Петр сказал, ты не человеку солгал, а Господу. And Ananias falls dead on the spot. И Ханания упал сразу же мертвым. Oops. A little while later, Sapphira comes in. Позже пришла его жена, Сапфира. And Peter just asked her one simple question. И Петр спросил, задал простой вопрос.
Was this the amount that you sold the land for? Он спросил: "За эту ли сумму вы продали своё имение?" Yes. Она сказала: "Да." You lie, he said. И он сказал: "Ты лжёшь." And the men who carried out your husband are going to carry you out. И те, кто вынесли твоего мужа, вынесут и тебя. И тут же она упала мёртвой. Oops. Oops, I did it again. This was the power of discernment. Это сила различения духов. Peter discerned that there was sin. Петр имел различение, что там был грех, что это была ложь. И он обличил ее. Он не позволил ей просто как бы пройти мимо этой ситуации, что часто происходит сегодня. Иногда мы слишком прощающие. Maybe some people won't like me saying this. Не всем нравится, когда я говорю это. But there was here in this case there was a deliberate lie. В этом случае была откровенная ложь. There was no thought of repentance. И не было никакого намека на покаяние. Peter gave Sapphira the opportunity to repent. Петр дал возможность жене Ханании покаяться. But she didn't. Но она не сделала этого. We should give the opportunity to repent. Мы должны давать возможность покаяться. How do you really think our congregations would look if this sort of thing happened today? If we had a Peter come in to our congregational meeting? Представьте себе, как выглядели бы наши общины, если бы у нас вот сегодня Петр присутствовал, зашел бы к нам в общину. And he would start to ask us. Is that true or false? Huh? True or false? What? Asking questions about on true or false. Yes. Yeah. И задавал бы вопросы, правда или неправда. How many of us would still be alive at the end of the meeting? Кто бы из нас выжил после такого опроса? We might not like to think like this. Нам не всегда нравится размышлять таким образом. According to some, we're living in the dispensation of grace. Согласно некоторым теориям, мы живем в отрезок или в период благодати. Everything is grace, 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 grace. Все является благодатью. So much grace. Так много благодати. That we can do anything we want. Что можем делать все, что хотим. And still get forgiveness. И все равно будем прощены. I think that time is coming to an end. Я думаю, что это время заканчивается. And we're going to be turning back to a time. Yes, there is grace if you repent. Yes, there is grace. И мы вернемся к тому времени, где будет такое мышление. Да, есть благодать, но если ты готов покаяться. Да, есть благодать, но если ты готов следовать за Богом. To put off all sin. Если мы будем готовы отложить всякий грех. In whatever form it takes. Неважно в какой форме. Дорогие братья и сестры, и все, кто будут слушать эту запись. I'm talking about myself as well. Я говорю о себе также. If I do not live a holy life, если я не буду жить святой жизнью, it would be better that I left right now. Лучше бы мне, чтобы я просто сейчас ушел отсюда. This is my goal. Это моя цель. This is where I want to go. Вот где я хочу находиться, куда я хочу идти. Yet, я еще не там. But I'm striving to be there. Но я стремлюсь всеми силами, чтобы быть в этом состоянии. Is anybody going to strive with me? Кто-нибудь будет это делать со мной? Or are you content to stay where you are? Или вы довольны тем, на каком месте вы сейчас находитесь? We need to move forward. Нам нужно идти вперед. Because like I just gave you a word, the river is rising. Потому что, как я вот недавно говорил слово, эта река поднимается. I can compare it. The scripture compares it to the time of Noah. И Писание говорит, что это будет как времена Ноя, что самые последние
Вот моменты будут как времена Ноя. Do we understand? Мы понимаем это? Are we ready? Готовы ли мы? Are you ready to meet the king? Вы готовы встретиться с царем? I hope so. Надеюсь. I don't know whether I've told this story before, but I was once in Albania. Не помню, рассказывал ли я вам эту историю, но однажды я был в Албании. I was there teaching for a couple of weeks. Я учил там несколько недель. This is many years ago now. Это уже было довольно много лет назад. And we had during the time of teaching, we had an all-night prayer meeting. И во время вот моего преподавания была устроена всеночная молитва. You know what all-night prayer meetings are like? Вы знаете, как это выглядит, да? Yeah. Sometimes it's a struggle, isn't it? Иногда это настоящая борьба, правда? It's not always so easy. Не всегда так легко. So we were having this all-night prayer meeting. Итак, у нас была всеночная молитва. And I think I didn't really see this, but I think some people were getting a little bit tired, and you know, the whole Ned was nodding. И я замечал, как многие люди, видимо, уставали, потому что начали кивать головой. And suddenly I felt that the Lord was telling me, I need to blow the shofar. И внезапно я почувствовал, как Господь сказал мне, что мне нужно взять шофар. So I took the shofar and I blew on the shofar. Я взял шофар и протрубил в него. One young man in the back of the room, he jumped up. Один парень во время собрания подскочил. And he said, I'm not ready. И сказал, я еще не готов. Scripture tells us that on the last day the Lord himself will blow on the great shofar and we'll go to be with him. И Писание говорит, что в последний момент будет зазвучит шофар, и все, кто с Господом, они придут к нему. We're entering into a very special time when discernment is going to be so important. Мы входим в очень важное время, когда развлечение духов будет невероятно важным. Okay. A little bit later on, Peter discerns also that Simon the sorcerer is full of bitterness and is a captive of sin. Мы также говорили вчера о случае, когда Петр, он различил в том, что в Шимоне, волхве, было вот это горечь и зависть. I think it's Acts 8:23. Деяния 8:23. Paul also discerns the demonic source, we talked about this already, of the slave girl's ability to tell people's fortunes. Мы также говорили о том случае, когда Павел он различил дух прорицательский в той девочке рабыне. Acts 16:18. Деяния 16:18. All of these are different examples. Все это разные примеры. And many more. Но есть и больше. And as you read these, it can help you to understand how you too can discern. И это помогает нам увидеть, как мы можем различать духов. I've called this, and this may be a little bit difficult to understand, this section is called Discerning Messiah. Этот раздел, которым я хочу сейчас поделиться, называется, я назвал «Различая Мессию». Может быть, это сложное название. Evil spirits are able to discern the person of Messiah and the work of Messiah. Злые духи, они имеют способность различать Мессию и действия Мессии, то есть видеть его. Mm-hmm. They know who he is. Они знают, кто they он. They also правда. Know who belongs to him. Они также знают, кто принадлежит им. We're going to read a few verses here. Mark chapter 1. Verses 23 and 24. Марка, 1 глава, 23-24. In their synagogue just then was a man with an unclean spirit in him, who shouted, What do you want with us, Yeshua from Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. В синагоге в тот момент находился человек, в котором был нечистый дух. И он закричал, «Чего ты хочешь от нас, Иешуа из Нацарета? Ты пришел погубить нас. Знаю, кто ты, Святой Божий». If the evil spirits can discern when the Messiah is working or his spirit is working, если злые духи могут различать, когда действует Мессия или его дух,
then I think it's a good idea that we learn to do the same. То я думаю, що хорошою ідеєю буде то, щоб ми навчились тому ж самому. Yeshua very often silenced these evil spirits. Часто Ісус просто заставляв мовчати цих духів. Why? Почему? Why did he do that? Почему он это делал? Because it wasn't his time yet. Yes, it wasn't his это time. Это не було його время. But he didn't want the evil spirits broadcasting who he was. Но он не хотел, чтобы злые духи как бы провозглашали, кто он есть. In the same way that Paul did not want that girl. Так же как и Павел не хотел, чтобы та девочка провозглашала, кто он есть. Because it was from an evil source. Потому что это было от нечистого источника. Yes, it was the truth. Да, это была правда. But it was from an evil source. Но правда, которая исходила от нечистого источника. Okay. От злого источника. In Luke, chapter 8, 8 глава, verses 28 and 29. 28-29. Catching sight of Yeshua, he screamed, fell down in front of him and yelled, Yeshua, son of God, ha Elyon, what do you want with me? I beg you, do not torture me. For Yeshua had ordered the unclean spirit to come out of the man. It had often taken hold of him, and it kept him under guard, chained hand and foot. But he had broken the bonds and been driven by the demon into the desert. Заметив Иешуа, он вскрикнул, упал перед ним и стал вопить. Иешуа, сын Бога Гаэльона, чего ты хочешь от меня? Умоляю тебя, не мучь меня. Так как Иешуа приказал нечистому духу выйти из этого человека. Бес часто схватывал этого человека, так что его держали под стражей, скованного по рукам и ногам, но он ломал оковы, и бес гнал его в пустыню. You remember that we had a little discussion. Помните, у нас было небольшое обсуждение about yesterday whether you should speak with evil spirits or not? Вчера на тему, нужно ли общаться со злыми духами или нет. Now, this is an indication of what happened. It was not Yeshua who spoke to вот the demon. Вот как раз пример. It was the demon who spoke to him. Не Иешуа начал этот разговор, а бесы начали говорить с Иешуа. Yeah. Yeshua, as far as we can see from the text, didn't even answer him. Иешуа, как видно из текста, даже не ответил ему изначально. He had already ordered the spirit он to leave. Он уже the man. Ему приказал оставить этого человека. And it was in reaction to that. Into that order to leave. И в ответ на это the evil spirit began to speak through that man. Начал говорить через этого человека. Okay. We then come also to Acts 16:17. We've covered this already. Деяния 16:17 мы уже говорили об этом. Okay, it's that girl again. Опять случай с этой девочкой. Who was following behind Saul. And in Acts 19, verse 15, стих. This is the sons of Sceva. Речь о сыновьях Скевы. And the evil spirit answered them and said, Yeshua I know, and Saul I recognize, but you, who are you? What verse? 19:15. Okay. 15 стих. «Но злой дух сказал им в ответ, Ишуа я знаю, Шауль мне тоже известен, а вот вы кто такие?» Yeah. These sons of Sceva had probed to cast out a spirit, but they didn't have the power. Сыновья Скева, они стали пробовать изгонять беса, но они не имели на это власти, они не имели Духа Святого. They just thought, okay, we can use the name. Они подумали, мы можем воспользоваться именем. And unfortunately, we still find that sometimes today. People use the name. И, к сожалению, мы это видим также и в наше время. Люди используют имя. But there is nothing of him in them. Но нет ничего внутри этих людей от этого имени. Discernment. Discernment. Развлечение, развлечение и развлечение, как говорили. We need to understand. Okay? Нам нужно развлечение. But it's interesting what it says. Evil spirit, Yeshua, I know. And Saul. Видите, здесь написано конкретно. Yeshua я знаю, и Шауль мне известен тоже. But you. А вы кто такие? Who are you? And you remember what happened to them? Помните, что с ними потом произошло?
The evil spirit attacked them and they left with no clothes on. Злой дух напал на них, и они ушли без одежды. Don't become like them. Не становитесь как они. Discern. Различайте. Okay. I've finished this section now. I want to move on to the next section and we'll Yeah, we can Can we take a break yeah. now? Yeah. It's a good idea. Okay? В общем, сейчас перерыв.